Проверки цен на жизненно важные препараты инициированы краевой прокуратурой. Сотрудники районного ведомства и специалисты здравоохранения за один день посетили около 10 аптек Адлера. Проверяли условия хранения лекарств, срок годности медикаментов, температуру воздуха в помещениях и холодильниках, наличие уголка потребителя и так далее. А главное – цены на жизненно важные препараты. Свежий госреестр должен быть в наличии в каждой аптеке, напомнили сотрудники прокуратуры и управления здравоохранения. Сегодня он включает около 600 наименований. Нарушения были выявлены во всех проверенных аптеках. Зафиксировано повышение цен на лекарства в среднем от 5 до 7%, а в некоторых случаях и до 15%. Но не из списка жизненно важных медикаментов. По результатам проверки прокуратуры района будут приняты меры прокурорского реагирования, внесены представления организациям, нарушившим законодательство. По мере поступления доказательственной базы будет решен вопрос о применении мер административного наказания. Подобные проверки пройдут во всех районах Сочи.